сюда пришел не конкретно на нас, а на джаз, вы уже, наверное, поняли, что классического джаза сегодня не будет. Для тех, кто нас знает, привет, чуваки! Давно не виделись, вот, наверное, около 2 лет, да? Два с половиной года, блин. Да. Мы очень рады быть сегодня здесь, видеть вас всех, вас больше, чем мы думали. Зажжем этот танцпол, Дмитрий Олегович. Thank you.
Спасибо большое. Дима, что за песня? Угадай. Хорошая песня. Oh, you.
Спасибо большое. Такая песня. А следующая песня тоже такая, но другая. Преддверие зимы как раз очень актуальна. Песня про снежок. Expect.
Следующая песня называется Voices. Да? Да. Да. Что за песня? Что за песня? Песня называется Voices. Она про этот город, про Санкт-Петербург. Мы тут как бы все понаехали. И в какой-то момент вот, любовь к этому городу перетекла в эту песню. Мы ее очень любим и надеемся, что те, кто ее из вас еще не любит, тоже полюбят. My favorite friends, my favorite sunshine, that make Taj Mahal.
Песня про надежду. Не про конкретную, да. Про надежду в жизни. Да? Ну, типа там, после дождя всегда бывает радуга. Очень сложно серьезный хип-хоп исполнять, когда очень весело. Друзья, мы так рады, что вы здесь. Спасибо вам.
сейчас, господа инструменталисты, а это Дмитрий Олегович и Роман Анатольевич сыграют инструментальную композицию под названием «Urge to Love». Означает «мне с тобою хорошо». Любить означает употреблять другого. В христианстве любить означает жертвовать собой. Любить – это перестать жить для себя. Любить – значит умереть, потому что уже не я люблю, но во мне живет душа другого человека, любимого мне. Я живу его бедным, живу его интересным. Пустота, помните, жизнь ведь тоже только мы, только растворение, нас самих во всех других, как бы ум горит. Христианская любовь – любовь крестная. Короче, он жертвует.
кнопочка. Спасибо большое, дорогие друзья. Нам несказанно приятно, что мы проводим наконец-то этот вечер вместе, втроем, на глазах у публики, в столь потрясающей творческой атмосфере, вспоминая старое и глядя, ну, по крайней мере, я гляжу в будущее, что с такой надеждой, что, возможно, что-нибудь еще новое у нас появится. Спасибо большое. Thank you.
хорошая песня, я такой не слышала. Да? Да, так. Ой, я так не слышала. Это не то, о чем вы подумали, ребят.
Спасибо большое. Ой, такую песню я тоже знаю. Твоя любимая песня? Это любимая песня Ани. А чья это еще любимая песня? Однажды на день рождения мне Роман Анатольевич подарил книгу «Что-то про конференции». Не помогла, я так понимаю. Не помогла. А, «Идеальное выступление» называлось. Я ее, кстати, не дочитала, извини. Она мне не подошла. Книжка потеряется. Thank you.
сыграем композицию про любовь. Про надежду же была. Thank you.
хит. Ну, если вдруг кто не знает, это хит, короче.
Спасибо, Саня. Веселая кавер-группа Dub Hop Joint. Зовите нас на свои корпоративные мероприятия. Шучу. Нет. Дима, скажешь? Да. Недавно джазовый мир весь перенес огромную утрату. Буквально на днях тут почил величайший трубач нашего времени, Рой Харгув, который выиграл Грэмми, ну, одно точно, а вот насколько там больше, но номинирован был точно не меньше раз 10. Прекрасный звук флюгельгорной трубы, потрясающие глубины баллады, чувственный хип-хоп, RH Factor его проект. Все скорбят, и вот совсем случайно у нас есть в репертуаре одна из композиций RH Factor как раз, поэтому Рой, спасибо за то, что ты для нас сделал. Покойся с миром.